Времечко 10:31. Доброе утречко. Я только что пошла, начала выходить, у меня порвался пакет, а времени возвращаться уже нет. И вот, смотрите, я завязала узелок. Я встала вообще в 8, взяла, сходила в душ, выставила видео, прогрузила его. И вот только сейчас иду на электричку в 10:40, потому что мне надо забежать с документами в офис. Это по поводу оптики, в общем. И я сразу поеду на практику. Может, что-то еще получится снять, не знаю. У меня практика в час, надеюсь, я все успею. Погнали на электричку. Вот, давайте. Ой, это видите? Ой, нет. Ой, там спиц. 12, я приехала в офис и иду за документами. Чоп. Так, оп. Оп. Все. Погнали. Надо бежать. Полароиды есть новые. Ну да, но это как бы тоже эпоха, но мы не, конечно. Раздевалка наша. Рассасывает. Да, Костя! Что? Блогерша, да? Чего ты не снимаешь крупным планом? В смысле, блогерша? Я не хочу, дай мне переодеться. На память, еще в YouTube выложишь. Да, конечно. Ой, блядь. Да, Костя! Ну иди нахер с фотиками, пожалуйста, убери. Я сейчас поеду на работу. Как смогла, так и сняла. С Костиком вообще не дает снимать. В общем, ладно. Все, на работе что-нибудь еще расскажу. Я уже в метро. Поеду сейчас на Кировский, на вокзал. Это очень далеко, потому что я сейчас на Купчино. Все, поехали. Вот здесь я практику прохожу. Вот здесь. Наконец-то есть снежок. Я уже бегу на остановку. Кстати, иду по другой стороне первый раз. Опаздывать, у меня до смены осталось 17 минут, а мне еще надо дорогу перейти, подняться на этаж и переодеться. Короче, я погнала, встретимся уже в конце смены, хорошо? Времечко 23:21, я стою на остановке и очень жутко, как холодно, поэтому я все расскажу дома, что сегодня произошло и что я приобрела. Так что все, встретимся дома. Времечко 22:22. Что-то я не оттуда начала. Сейчас я немного, минутка отступления, отвечу на комментарий. Не буду называть, кто написал, но просьба меня не называть, пожалуйста, деткой. Во-первых, это некрасиво все-таки, да? Мы не знакомы лично, и просто, ну, мне это неприятно слышать. По поводу отдыха. Отдохну потом, чуть попозже. У меня целые каникулы будут, 2 недели отдыха. И плюс сейчас у меня перед экзаменом будет отдых, потому что я отдых. Подготовка к экзамену, я буду сидеть просто безвылазно из общаги, и там 4 дня, что ли, или даже 5, может. Вот, потому что у меня не будет смен никаких, и мне не надо будет никуда ходить. Ну, на практику, может, только. Вот, так что, плиз, не называть меня так, потому что меня начинает бомбить, и это некрасиво, и даже неприятно, я так скажу. Все, я ответила, думаю, такого больше не будет. Спасибо большое за внимание. Сейчас я хочу показать, что я купила, потому что я не Макне, я никому ничего не говорила. Хотела сразу показать, но не получилось, потому что было холодно на улице. В общем, эта штука мне обошлась в 700 рублей. Но я ее взяла. Во-первых, это ручная работа. А, то, что я уже видела, наверное, сегодня. Откуда? Ты не могла это видеть нигде. Нет? Нет. Это нарисовала девочка с моей работы. Ее зовут Яна. Это девочка, о которой мне сложилось не очень первое впечатление, которое мне начала грубить. Она маленькая такая. Она рисует. Она рисует сама. Кистью и красками на футболках. И я сейчас покажу эту футболку. Эта футболка единственная экземпляр вообще во всем мире. Вот больше такой футболки нет, потому что это нарисовано руками, и даже повторить, срисовать это не получится. Сейчас я покажу, если вы узнаете, кто это.
Макне, кто это? У меня вообще первая мысль, что это Лепс. Да, это Лепс. Прям... Это Лепс. Посмотрите, как это нарисовано. Сейчас, Кать, подожди. Это все нарисовано вручную, причем ее можно стирать. Mm. И прикиньте, человек трудился, и всего лишь 700 рублей. Вот она сейчас над этим работает, чтобы у нее покупали ее работы, потому что ну, это реально круто, скажи. Mm-hmm. Вот кто может сам нарисовать? Это вот так. Я, например, красиво. Я не смогу. Она берет и рисует сама, натягивает ткань и рисует прям по ткани. Но это очень круто, смотри. У нее много работы, я выбрала вот это, потому что ну, есть голубой оттенок, и она серенькая. Ну и сзади вот такое лого. Красиво. ТГЛ или... Вообще не была в курсе про это лого, просто видела перетку. Вот, вообще она меня попросила просто показать ее работу кому-то на фотографиях. Но я увидела вот эту, я такая, блин, я возьму. Потому что это реально круто. За ручную работу она пока берет 700 рублей. Я думаю, это, ну это вообще копейки, скажи. Да. Человек рисует, он, она творческая, да. Она очень крутая. Сейчас я наберу ее в Инстаграме, может, кому-то будет интересно. И вот почему я так поздно вышла на автобус, потому что мы с ней заболтались на улице. И так получилось. Вот мы разговаривали про то, что и как лучше сделать. И почему-то некоторые говорят, что это ерунда. Вот как она сказала, да, некоторые реагируют, типа, и чё? Типа, ну, нарисовала на футболке, и чё? А я такая про себя думаю, пусть люди сами попробуют вот так вот нарисовать. Это ж, ну, блин, это жесть. Талант иметь. Поэтому я говорю, чтобы она сделала свой канал и, знаете, выставляла видео, как она рисует. Просто в ускоренном виде процесс сам рисования. Сейчас я что-то долго Инстаграм ее ищу. Ее Инстаграм, она очень клевая, серьезно. Вот ее тут работы, то, как она рисует. Вот здесь видно, что натянута на футболку с крепками. Она очень клевая. Вот рисунки. И как оказалось, короче, что она тоже приезжает в Карелию. На, Кать. Что она приезжает в Карелию, потому что она сама оттуда. Не с ПТЗ, не со столицы, как я, но где-то рядом, короче, в Скондопоге. И это очень клево. Ну, это вообще прям офигеть совпадение, да? Угу. Что у нее там родители тоже. Ой, сейчас мы, короче, возьмем чаек, нальем и вернемся, когда я переоденусь уже. Вот такие вот новости. На работе ничего такого особенного не было. С манагером. Немножко потявкала. Ну, потому что она взяла чек и начала собирать. Потом говорит, что ты не собираешь? И я говорю, я вообще не вижу, что собирать надо. Она такая, вот, вместо того, чтобы грубить манагеру, типа, взяла бы чек другой или что-то еще. Я такая говорю, да, из меня виноват уйдет. Вот, еще и хамит. Я такая думаю, о боже, прекрати, пожалуйста. И все. На напитках чётенько сегодня постояла. Вообще прям сама справлялась. Я такая, о. Ого, все, ладно, вернемся, когда я переоденусь. 0:39. Замус сгорел из меня. Что? А, аналитика, короче, Димки. Вот вышла сегодня. Пьем чаек, как обычно, Макнехин. Вот с такими красивыми листиками. Захущенку будем ковырять, потому что больше ничего нету. Да, Макне? Даже конфет? Ну, ладно. Ну, ничего страшного. У нас есть сгущенка. Ну да. Достаточно. И все. Потом будем ложиться спать, так что, когда досмотрим, сразу будем спать, да, сколько она идет? 20 минут. Ну, ладно, если что-то поменяется, мы еще увидимся. Все. Приятного. Да, закрыла рукой. Отлично. Приятного чаепития. Времечко 1:09. Мы ничего больше не стали смотреть, там фигню какую-то посмотрели пару секунд. Так что мы идем ложиться спать. Я быстренько склею и тоже лягу. Все, всем спокойной ночи.